Блогер Даня Милохин, который уже второй год живет в Дубае, признался, что скучает по родине. Накануне в личном блоге артист опубликовал кадры из Оренбурга, города, где он провел детство. На фотографиях, которыми блогер поделился с подписчиками, изображен детский дом, в котором он провел более 10 лет. Даня признался, что совсем не прочь туда вернуться. Звезда социальных сетей обратился к управляющему учреждения и попросил впустить его просто прогуляться. Напомним, детство у Дани Милохина было непростым. Его отец, который страдал алкоголизмом, и мать развелись, когда мальчику было 3 года. Тогда Данила вместе со своим старшим братом Ильей оказался в детском доме. Когда Милохину исполнилось 13 лет, приемная семья усыновила родственников. В итоге братья переехали в Анапу.